Вроцлав – четвертый по величине город Польши после Варшавы, Лодзи и Кракова. Достопримечательностей Вроцлава очень много. Но самой необычной достопримечательностью города являются бронзовые гномики, живущие на улицах города. Считается, что гномики приносят удачу и процветание городу. Вроцлавик – гном с большим сердцем в руке, на котором изображен герб Вроцлава. Ходят слухи, что именно этот гном призвал своих маленьких собратьев показаться жителям и гостям города. А этих двух трудолюбивых гномов называют сизифками, в то время как один толкает шар перед собой, второй, упершись ногами, пытается столкнуть его вниз по улице. При этом оба гнома очень стараются закончить свою работу. Таким образом, товарищи трудятся в течение нескольких лет, не имея ни малейшего подозрения, что мешают друг другу. Исследователи гномской генеалогии обнаружили: первый гном, которого увидел мир, появился именно на Вроцлавской земле. Никто не знает, откуда они прибыли, но именно в Нижней Силезии решили они обосноваться. На протяжении многих лет семья пап гнома увеличивалась, и над рекой Одрой пребывало мужественных, храбрых и сильных гномов. И лишь много лет спустя в поселке появились люди. К счастью, не было никаких конфликтов и столкновений за власть и влияние. Малые и большие сразу же пришли себе по вкусу и совместными силами начали строить город, в котором вместе поселились. Поэтому, если кто-нибудь когда-нибудь спросит вас, кто является самым старым жителем Вроцлава, отвечайте, не задумываясь: папа-гном. Вроцлав впечатляет своим уникальным архитектурным и культурным макияжем. Достопримечательности Вроцлава, города на реке Одра, это 130 мостов, масса прибрежных парков, университетский квартал, застывший в камне готикой, чарующая атмосфера старины. Из аэропорта в город можно взять такси или сесть на автобус номер 406. Он идет в центр города и стоит 60 евроцентов. Уровень цен на отели среднего класса составляет 38-65 евро за ночь. Кто не был в Сведницком погребе, тот не был во Вроцлаве. Да-да, именно так говорят местные жители. Вы же не хотите уехать из города, не побывав в этом старейшем в Европе ресторане. Тем более, что цены там не кусаются. И на 20 евро вы сможете отужинать так, что потом будете с трудом выходить из-за стола. Обязательно стоит прокатиться на старых трамваях начала 20 века. Помимо аренды автомобиля, город предоставляет в аренду велосипеды всего за 2 евро в час. Когда устанете или захотите романтики, отправляйтесь на водную прогулку по Одре, на гондоле за 5 евро в час или на одном из здешних пароходиков 3-5 евро в час. Как и во всех популярных у туристов городах, во Вроцлаве множество сувенирных магазинчиков. Здесь сувениры на любой вкус. Сувениры, естественно, с национальным колоритом. Но среди них выделяется комплект для поиска гномов, в который входит лупа, тапочки и крем для усталых ног. Обязательно посетите Тумский остров и другие острова Вроцлава, побродите по его мостам, ботаническому саду и прочим паркам изумительной красоты. А когда стемнеет, обязательно посидите возле самого большого поющего фонтана в Европе.